Порядка полусотни ребят из учебных заведений, расположенных по левую сторону реки Муховец, вышли на лыжную трассу Гребного канала в рамках проекта «Здоровый город Ковалева». 12 школ выставили свои команды, чтобы не только выявить сильнейшего в лыжной эстафете, но и приобщить молодежь к здоровому образу жизни, разнообразить их досуг. С этого учебного года проводится олимпиада по данному учебному предмету. И, естественно, всегда было особое внимание к физическому воспитанию и культуре. Ну а сейчас особенное. В городе Бресте создана достаточно хорошая база на Гребном канале города Бреста, где дети могут продолжать обучение и обучаться именно езде на лыжах. В учреждениях образования имеются для этого необходимый спортивный инвентарь. Вот, поэтому мы, естественно, проводим. И сейчас хорошая погода. Сейчас на улице нет сильного мороза. Выпал ночью снег. Поэтому действительно мы проводим такое мероприятие, в том числе посвященное именно и популяризации езды на лыжах. Зимний праздник «Лыжня зовет» для школ Московского района мероприятие традиционное. В учреждениях образования лыжной подготовки отведена целая программа. Главное, чтобы погода позволяла встать на лыжи. А со стороны Главного управления по образованию делается все, чтобы учреждения образования были обеспечены необходимым для этого спортивным инвентарем. В 2018 году школы области получили 1400 пар лыж и ботинок. Сейчас идет такая работа в этом направлении для того, чтобы повысить количество инвентаря в учреждениях образования. Идут закупки. Естественно, не отстает от этого и управление образования. В связи с этим было закуплено 1400 пар лыж и ботинок. Лыжный инвентарь попадет в учреждение образования Брестской области. Согласно разнарядке, они будут распределены между районами и городами нашей области. Это все в рамках реализации поручения президента Республики Беларусь. В каждой команде три юноши и девушка. Ребята соревновались на дистанции 800 метров, девчонки пробегали на 300 метров меньше. Каждый из юных лыжников до последнего боролся за престиж своей школы. Все отлично, лыжня хорошо скользит. Мы еще были в соревнованиях до этого в Барановичах, но по сравнению с этим это просто рай. Лыжня очень хорошая, скользит все очень классно. Для здоровья это, во-первых, они нужны очень. Почаще надо такое, ну, чтобы делать такие соревнования. Я вообще не очень увлекаюсь так для себя, для поддержания формы. И в школе катаюсь, так за школу, и все как-то. Но я за здоровый образ жизни. Это очень соревновательный момент, эмоции просто волшебные. То, что соревновательные, это как-то очень мощно. Я рада, что такие соревнования проводят у нас. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.